Давай, 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 втащи ему, втащи, втащи, я хочу видеть это. Давай, давай, давай. Здорово такой, блядь. Привет, блядь, нахуй. А, бля, хорошо. Так, 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 сейчас поглядим. С вами Лепость, и мы продолжаем Тапс, да. Мне очень понравился капитан. Я просто тупо хочу его понаставлять до хера. Мне просто... Так, не, ну блин, конечно, здесь мамонт. Давай мы его, короче, загасим быстренько, вот так пикинёрами. Потом капитану, давай, просто мне доставляет... Вот давай двух королев еще добавим и двух капитанов. Класс. Вот это еще тоже давай вставим. Вообще, посмотри. Ой-ой-ой, мне не нравится вот это вот. Пинда. Смотри, смотри, смотри. Он должен слиться быстро. Слейся быстро. Твою мать, нет, нет. Нет, не надо, не надо. Король, что за... Ты посмотри, какое у него лицо. У него маленькая такая башка. У него вообще мозгов, что ли, нет? Что такая маленькая? Ой-ой-ой, бэм! Вообще, посмотри, какая пиндюрка, а не голова. А сама вообще здоровенная. Нихера она бешеная. Бешеная. Она так уебна, она так ошибка. Блядь, теперь смотри. Смотри, смотри. Король и королева втащили, убили. Ничего так быстро. Так, пацаны, пацаны, Зевса, гаси Зевса, Зевса гаси. Ой, 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 лох, лоха убили. Нет, 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 они пали смертью храбрых, любовь не будет забыта. Остались только эти два лоха, нет. Блин, ну почему мне вот этих, я хочу просто посмотреть на вот эту битву королей. Такая эпичная, ну Зевс, твою мать, ну иди ты в задницу своим петухом наследием. Погоди, надо что-то придумать. Ладно, здесь это не канает, мы не сможем. Хотя, вообще-то можно, но вот этих лохов точно не надо, они вообще бесполезные, беспонтовые. Так, здесь надо как-то вот, вот этому втащить. Если вот этот легко выносится, просто нам... И все, и нет его. А, знаешь еще, что можно, кстати? Баллиста, где он? Баллиста, 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 баллиста. Баллиста, кстати, вообще должна... Тоже хорошо помочь. Ну, то есть, по сути, по дальности, да, она втащит там. Они даже не успеют подойти, как их раскидают попросту. Все, просто забей. А, ну, еще пускай вот так, блядь, какая разница. Что ты подумаешь? Смотри, смотри, смотри. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай, давай, стреляй, стреляй, стреляй. На. Ой-ой-ой, до свидания! Увидимся на том свете! Лопух! Нет, нет, не гони! Что за... О, господи! Господи, что за бред? Что там остались? Сколько? Давай, 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 втащи ему, втащи, втащи, я хочу видеть это. Давай, давай, давай. Здорово такой, блядь. Привет, блядь, нахуй. А, бля, хорошо. Что за... Все? В смысле поражение? В смысле поражение? А где враги? А где враги? Врагов-то нету! Где враги? Какое поражение? Ты что, больной? О, блядь, понятно. Баллист слишком много оказалось, как мне кажется. Слишком много. Баллиста перезаряжается долго, она тупая, стреляет всей толпой в одну цель, когда просто одна штучка может вынести одного пиндоса. Так, давай как-то вот отведем подальше. Может быть, она лучше будет. И давай создадим... Я не знаю. Каких-то надо лопухов создать. Или серков. Не, надо подальше, подальше. Чтобы мам это завалить успели. Все, отлично. Щитовиков дай. Щитовиков хоть дай. Вот. Все. Давай, давай. Че, дурак? Что ты делаешь? Так, я не понял, мы втащили? Давай, 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 бам! Втащил, видал? Видал? Изич, изич просто.
Не, ну вот этот момент, когда он такой залез в баллисту, это как то же самое в пушку залез и такой: «Ха-ха, привет!» Бам, нах, улетел. Здорово. Зевс, твою мать, я хотел этих... Короче, я думаю, тут втащат легко. Я думаю, они втащат легко. Минотавр, не подведи. Минотавр, твою мать, не подведи. Минотавры, тащи. Алло, вы вообще хилите? Куда ты полетел, блядь? Зевс, оставь его. Куда он его на небо забрать хотел? Лол. Куда он полетел? Ору. Куда он полетел? Зевс такой: все, ты мой, блядь, никуда не уйдешь. Я надеюсь, вообще барды, они же должны увеличивать типа силу атаки, все дела, да? По сути. По сути, да? Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Так. Ой, хорошо, 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 в печень засадил его. Стой, что, 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 что? Что? Мне показалось? Ты жив. Фух, ты жив. Ты жив, рыцарь, рыцарь, рыцарь крестоносцева, крестоносцева. Да что ты нахер? Гаси его просто, гаси! Нет! Давай, туши, я в тебя верю. Хорош! Что? Нет. Не падай, алкаш. Пиздец ему. Я это предугадал. Я понял, что он... Не, ну этот... Шо? Шо, блядь? Куда зассал, блядь? Иди пизди его, блядь. Зассал, блядь. Это пиздец какой-то. Куда ты уходишь, лошара? На гитаре. О, как крепота какая-то страшная догнал меня. Что за лох? Почему такие лохи за меня играют? Давай, стреляй. Ой-ой-ой, лош, калека, блин. Нет, не нападайте на него, нет, дурные. Нет. Фух, они втащили, твою мать. Почему лучники такие тупые, почему не нападают? Ну, тут же понятно, что вы сдохнете. Ой-ой-ой-ой, почему, что, куда, как так-то? Один сквайр против двух? Вы чё в натуре стебётесь? Я больше ничего не могу строить. Это какой-то... Файт, блин. А чё такой большой? А чё такой большой? Я не понял. Хорошо, хорошо, давай. Давай, режь, 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 режь. Режь, ну, режь. Режь. А чё такие они большие? Почему он такой маленький? Пиздюк против двух богатырей, блин. Не, ну, блядь, все понятно. Зови на него вот такой. Да, это такой: нет, за что ты его? За что? Ого, как страус зарылся в землю. А что за хрень, реально? Почему? Так нечестно. Почему я один? Так, погоди, мне надо тактику придумать. Тактику. Вот, знаешь, что мы сделаем? Вот так. Эти лохи должны упасть. Так, только не иди сюда. Не-не-не-не-не-не-не-не, мы не лохи. Мы будем ждать этих лохов здесь. Давай, подходи, лошара. Давай, давай спрячемся сюда, чтобы они упали. Главное, чтобы они упали. Чё там, пал? Не страшно. Так, прячемся. О, бочка. Это бочка? Чё это такое? Чё это такое? Бочка, бочка, бочка. Можно на бочку прыгнуть. Не-не-не-не-не. Не-не-не, беги-беги-беги. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. А-а-а. Вова, прыгай, прыгай! Нет! Они тоже почти сдохли! Почему? Где ты? Уйди. Надо что-то придумать другое. Я почти выиграл, ты видел? Ты видел? Ой, погоди, погоди! Ой, я придумал! Изи. Нет, 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 дурак, нет! Тихо, тихо, стоим назад. Стоим. Тихо, не ори. Только не ори, только не ори, пожалуйста. Давай, лошара, подходи. Давай, оба. Тихо, 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 алкаш, стой на месте.
Главное. Давай, подходи, подходи, ой-ой-ой. Давай, прыгай, давай. Давай, один-один. За что зассал? Опа. Лошары. Тихо-тихо-тихо, стой на месте, они еще не сдохли. Они еще не сдохли. Твари поганые, падайте вниз, хули вы не падаете. Ну, сдавайтесь. Тихо-тихо-тихо, опасно-опасно. Да не, ну это писец, они так и будут пытаться выбраться. За Спарту. За Спарту! Лежать! А, тихо, как дальше? На тебе! Победа! Победа! Вот это класс! Кто тут батя? Кто батя? А, молодец. Хорош. Но это ход обычный. Ребята, здесь изи. Стой. Это кто такие, мать вашу? Живые. Не сдох. Тормозаете. Давай, убивайте. Вы должны втащить, я знаю, изи просто. Вас тут дохера еще втащить. Я даже смотреть не буду, просто убивайте их все. Тут на файт с мамой там не особо интересно смотреть, когда мелкие пиздюки с большими дерутся. Так, хорошо. Вот это интересно. А если так? Или... Подождем, пока упадет. Скажи, куда они идут? Чего они туда все идут? Как-то подняться там можно. Как-то лифт нашли. Я понял. Алкаши, блин. Так, сейчас мы сами продряем этого мамонта. Он вообще ничего не может сделать. Давай ему воткни в сердце. Съешь сердце. Нас убили. Давай, пацаны. Изи. Е-бой. Хера себе. Все, на этом все. Тихо. Ого! На этом мы закончили кампанию приключений. Следующий у нас тактические челленджи. Левелы. И тут их не так уж много, по сути. На самом деле приключений вроде было больше. Да, ты смотри, сколько приключений. Приключений было до хера, этих тоже мало. Этих очень мало даже. Мы прошли за одну серию, по сути. За 15 минут. Здесь мы пройдем за минут так 30 максимум. Максимум. По сути. Ну, если будет сложность, конечно, побольше, то... А так вообще, по сути, легко. Здесь тоже, по сути, можем... нет, здесь придется разделить на серии 3, наверное, 4, может. Пиратов, ну, тут вроде 2 серии, может быть. Скуки, ну, может, то же самое, 2-3 серии. На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, видео с друзьями, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте про колокольчик. На этом я... слово называется. Короче, сваливаю. Все. Отчаливаю, вот, отчаливаю. На этом я отчаливаю. Всем спокойной ночи. Всем пока. Просто похлопай.